У меня сейчас такое состояние, что вчера была довоенная подготовка, и я постоянно из теплого помещения перехожу в другое, и между ними улица. Я всегда раздетый выбегаю, при этом я постоянно на всех кричу, я эмоционально веду занятия. В общем, каждый раз после двойной подготовки я чувствую себя не очень. У меня сейчас чуть-чуть легкий кашель и купель. Все-таки либо я окончательно вылечусь, либо я еще больше заболею. В общем, такая лотерея, в которую мы сейчас поиграем. Итак, завершающие выходные перед Новым годом. Мы со всеми желающими приехали в купель. Желающих сегодня 5 человек, в отличие от предыдущих выходных, где никто не поехал. Вот сегодня будем купаться. Пару дней была плюсовая температура, сейчас минус 5. Морозец. Для купания это очень даже хорошо. Я окунаюсь, быстро одеваюсь и потом сразу выложу прям. Моментально, понятно? Итак, 25 декабря Ярополк, не изменяя своим традициям, приехал в купель. Все наши закаливания мы посвящаем каким-нибудь праздникам. Сегодня наше закаливание мы хотим посвятить Дню воинской славы, который отмечался вчера в России, 24 декабря. Это в 1790 году под руководством нашего великого генералиссимуса Суворова была взята турецкая крепость Измаил. В общем, посмотрим, что наши воспитанники хотят пожелать нашим подписчикам в честь этого праздника, благодаря которому мы сегодня купаемся. Поехали! Последние два дня была плюсовая температура, а сегодня... Сегодня минус 5. Ага. Уху-ху! Уху-ху! Отлично! А. Попить водички! Побежал. Давай. В 1790 году пришло взятие Измаила. НАТО, мы вас возьмем. Мы не возьмем. Остатил, нормально. Молодец, Григорьев. Как самочувствие? Сербы рулят? Сербы России навсегда, да? Давай. Они тоже воевали с турками. Молодец, знаешь историю! 24 декабря под командованием Александра Васильевича Суворова была взята турецкая крепость Измаилов. Я поздравляю всех россиян с великим днем воинской славы. Взяли крепость! Отобьем и НАТО! Да. Следующий, бегом! Костомар, давай! Давай, разворачивайся, аккуратненько. Всех поздравляю с днем взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворовым. Сейчас у нас командует Владимир Путин, и мы надеемся, что мы защитим Донбасс. Давай. Учите свою историю и помните ее. Точно. Ну и история творится и сейчас, да, Анатолий? Да. Так, по глоточку быстро, горячий. Чай от Ильи Сергеевича. Вкусняк? Реально, я не пробовал. Горячий обязательно. А какая у нас вера? Верить в Бога. Ну, православная, понятно. А если брать общие принципы человечества? Какая у нас вера? Быть здоровым — это модно. Быть здоровым — это модно, но можно быть человеком гнилым. А если в целом? Какая если вера? В целом надо быть хорошим человеком, который знает все и очень верит в свою страну. Правильно, молодец. Илья Сергеевич вообще любит шутить, а вот такой хороший диктор. Правда, иногда злой, но это ничего страшного. Все наши купания в последнее время мы стали посвящать праздникам. В России очень много праздников. Стоит вбить в интернете число и месяц купания, когда ты купаешься, выскакивает очень много праздников.
Порой некоторые непонятные праздники мы отсеиваем, а вот нужные мы, соответственно, посвящаем им наше купание. То есть каждый воспитанник клуба, заходя уже в ледяную воду, когда он весь уже мечтает выйти из нее, ему сначала приходится, да, что Костомаров, придумывать поздравления, а после этого уже нырять. Феногенов? Да. Смотри в камеру. Ты только недавно начал купаться, да? Ты купание открыл благодаря клубу? Да. Почему ты ездишь? Уже раз шестой, седьмой, не помню. Чтобы закаливать свое здоровье и знать праздники России. И знать чего? Праздники России. О, молодец. Костомаров для чего ездит? Кстати, Костомарова я хочу отметить. Он уже занимается 3 года, и он за эти 3 года раза 2 только пропустил купить. Все. Я его прозвал Айсмен. Это человек, что он заходит, но даже у него ноль эмоций. Спокойно разговаривает, спокойно купается. Почему? Я закаливаю свой иммунитет и узнаю больше о своей стране. А очки придают тебе больше уверенности или нет? Я и есть уверенность. О-хо-хо-хо! Вот это да!